Обойтись в производстве без импортных материалов и комплектующих можно. Правда, для этого нужно создавать что-то свое. Региональные предприятия «Автокомпоненты» и «Газсервис Композит» делают в этом направлении шаг вперед. Соглашение о сотрудничестве с Нижегородским университетом имени Лобачевского даст возможность реализовать на конкретном производстве инновационные разработки ученых. В своих условиях это сделать не можем, потому что у нас нет таких шикарных лабораторий, у нас нет столько научных умов, которые могли бы рождать ноу-хау. Это мы ждем от университета, с которым вместе мы будем делать, что называется, коммерциализация научных разработок, когда рождается идея и воплощается на определенные площадки индустриального партнера. Наука без образования, наука без производства невозможна. Производство без науки в равной степени тоже невозможно. Когда мы вот эти пазлы сложим, когда у нас будет привычное общение тех, кто в лаборатории, и тех, кто проектирует и стоит за станком, вот тогда у нас наконец-то будет хорошая современная экономика. Мы уйдем от проклятого, так сказать, от проклятой зависимости от энергоносителей и много-много другое. Поэтому это маленький шажок в очень правильном направлении. Существенная зависимость от импорта промышленных предприятий не оставляет другого варианта. Это сегодня понимают все. С учетом того, что курсовая разница изменилась, сырье стало дорогое. И сейчас, соответственно, и продукция увеличивается в цене. А исходя из этого, с учетом того, что покупательская способность населения уменьшилась, а цены возрастают, естественно, сейчас бытовая политика любого автопроизводителя очень сложная. Очень много импортного. Карбона российского совсем нету, нет нормальных смол российских, нет нормальных комбинаций этих материалов. Вот это мы хотим сделать, чтобы наш продукт, он был дешевле, легче и конкурентоспособнее на нашем рынке, чем импортные аналоги. То же самое происходит в автомобилестроении. Многие детали для автопрома делаются из импортных материалов. Им нужно найти замену. Сегодня предприятие «Автокомпонент» – один из лидеров в производстве деталей из пластмассы. Здесь изготавливают множество продукции – от автомобильных зеркал до мебели и контейнеров для хранения крови. Сотрудничество с Нижегородским университетом позволит не только сэкономить деньги, но и развивать производство. К тому же это независимость от Запада. Создание отечественных материалов-аналогов позволит в итоге снизить цену на выпускаемый товар, не потеряв при этом в качестве. Тогда предприятие сможет не только расширить ассортимент своей продукции, которая выпускается для автомобильной промышленности, но и запустить производство компонентов для авиа- и судостроения.